Мало кто знает, но всего один грамм гречишного меда содержит 500 тысяч крупинок зерновой пыльцы. А, например, мед из акации борется с повышением сахара и аллергии. Порядка 20 видов разных сортов нектара ярославцы могут продегустировать и приобрести на выставке меда в ЦНТИ. Каждый из них – собственной передвижной пасеки. Каждый мед собирается индивидуально. Это Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область, пасека кочевая. Отцвела гречиха, собрали, закрываем павильон, переезжаем на, допустим, на акацию и также на липу. Помимо привычных сортов, в наличии есть и микс. Это один из самых полезных видов меда. В него входит более 40 различных цветов и трав. Приобрести любой понравившийся сорт можно по выгодным ценам. Например, при покупке килограмма сортового меда килограмм цветочного в подарок. А трехлитровую банку того же цветочного можно купить всего за 1000 рублей. Отмечу, что выставка продлится с 3 по 5 сентября.